будь Киргизстан, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня вторник, 25 июня, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь? Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Господь, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в этой молитве. Новый день начинается, мой Господь, и мы благодарим Тебя. Спасибо, Господь, за сегодняшний день. Спасибо за дыхание жизни, за здоровье. Спасибо, мой Бог, за Твою заботу о нас, о нашей семье. Мы за все благодарим во имя Господа Иисуса Христа. Господь, мы просим, благослови сегодняшний день. Направь, мой Бог, нас, дай нам мудрость, мы просим, чтобы мы могли принимать правильные решения в этот день. Дай нам силу, чтобы мы могли поступать по вере. Помоги, мой Бог, нам. Мы по вере провозглашаем, Господь, что сегодняшний день для нас будет успешным, будет благословенным. Все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, все мы отдаем в Твои святые руки. Господь, мы просим, поставь Твоих ангелов вокруг нас, вокруг нашей семьи, наших друзей. Защити, мой Бог, нас от аварий, катастрофы, проклятия, зависти. Господь, мы отдаем всю нашу жизнь Тебе и верим, что Ты нас благословишь во имя Иисуса Христа. Господь, мы соединяем нашу веру и мы молимся, мой Господь, за нашу страну. Благослови, Господь, Кыргызстан, нашу землю. Пусть, мой Бог, наша страна будет процветать, будет побеждать, будет, мой Господь, прорываться для славы Твоей. И самое главное, да будет спасение в нашей стране. Мы также, Господь, молимся за другие страны. Сейчас с нами молятся люди из разных точек этого мира. И я прошу, мой Бог, чтобы Ты благословил, чтобы Ты защитил Твой народ во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся за мир в Израиле, на Ближнем Востоке. Мы молимся, мой Господь, за мир между Россией и Украиной. Пусть все эти конфликты, мой Бог, прекратятся. И да будет, мой Бог, защита Твоя там, где люди находятся в опасных местах во имя Господа Иисуса. Дорогие друзья, помолитесь со мною. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу! Аминь! Я верю, дорогие друзья, что наша молитва была услышана Господом.
и что Он уже благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса. Аминь. Вы верите в это? Слава Богу. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Пожалуйста, обратите, пожалуйста, ваше внимание. Мы сейчас прочитаем книгу Иезекииля, 37 главу, с 13 стиха. В Слове Божьем написано вот так. «И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь». Дорогие друзья, кто живет вдали от Бога, тот мертв и даже не знает об этом. Духовно мертвы и похоронены. Неважно, вера или религия, и если человек является рабом греха, он мертв. Это объясняет несчастье человечества и положение, в котором оно находится. Дух греха делает людей жертвами их слепоты, гордости и тщеславия. Дорогие друзья, Он открывает наш Бог в могиле те, кто слышит и принимает Его голос, Его приказ, Его слово. Он дает жизнь, свой дух, укрепляет свой народ в земле обетования. Он сказал, и Он сделал. Слово, которое исходит из уст Его, обязательно исполнится. Если вы хотите, чтобы сегодняшний день был успешным для вас, благословенным для вас, тогда слушайте то, что Бог говорит вам. Будьте послушным Его направлению, и вы увидите, как Он вытащит вас из этой ситуации, даст вам победу. Аминь? Подумайте об этом. Это Божье Слово для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра. По бишкекскому времени вы можете присоединяться к нам. И если это слово вам помогло, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям. Напишите в вашем комментарии. Бог обещает дать мне жизни. Я буду послушным Ему и буду принимать Его Слово. Аминь? Слава Богу! Дорогие друзья, я напоминаю вам, что сегодня у нас онлайн-служение за восстановление здоровья в 18:30. Если хотите участвовать онлайн, напишите нам на WhatsApp или на Telegram. Мы отправим вам ссылку, чтобы вы могли молиться вместе с нами. Хорошо? Пусть Бог вас благословит обильно, всю вашу семью. Хорошего вам дня. Когда говорит Господь, сердце мое открыто, говори, Господь. Мне очень нужно слышать голос Твой. Приди мне, помоги. Говори, Господь. Достаточно одного лишь слова, говори, Господь, чтоб сверхъестественное произошло, и тогда все станет для меня возможным.